Вітаю! Це Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про мистецтво. Одинак – народний артист України, який, цитує Ліну Костенко, волів би зробити спільний проект з Лесем Подерев'янським. Отже, вітайте, Олексій Горбунов. Він не надто відкритий перед журналістами, уникає камер та інтерв'ю. Проте на сцені його щирість зачаровує глядачів. Експресія та глибокий ліризм передаються глядацькому залу, щойно він виходить на сцену. Олексій Горбунов – народний артист України, патріот, принциповий громадянин, харизматичний чоловік, люблячий батько. Народився Олексій 29 жовтня 1961 року в Києві. У 78-му році, одразу після закінчення школи, не зміг вступити до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого, оскільки не був комсомольцем. 78-79 роках працював у театрі імені Лесі Українки монтувальником, підсобним робітником, костюмером цеху. У театрі, завдяки Аді Роговцевій, познайомився з її чоловіком, актором і педагогом Костянтином Степанковим, який і став першим вчителем Олексія. Зйомки та слава прийшли до Олексія Горбунова після довгих років важкої роботи, служби в армії. Серіали, повнометражні фільми, театр – все це досвід, який актор набував роками. Зараз Горбунов створив гурт «Грусть пілота», з яким активно гастролює. Виставу «Чорна шкатулка» за мотивами одноіменного твору чеського письменника Людвіка Ашкеназі глядачі завжди сприймають на ура. Вірші з «Чорної шкатулки» без рими, скріплені внутрішнім ритмом, поетичною логікою та щирістю. У музичній моновиставі Горбунов говорить з глядачем відверто, безлічу голосів. Олексій Горбунов не тільки талановитий актор, а й глибокий виконавець пісень. Кожна нота торкається глядача, усі глибини людської душі зачіпає саме його виконання. І саме цього так не вистачає сучасному мистецтву, переконаний артист. Про сучасне українське кіно актор не готовий говорити, адже вважає, що його майже немає. Якісні фільми – велика рідкість. Хороших сценаріїв мало. Проте Олексій Горбунов відмовляється зніматися в російських фільмах, хоч там і обіцяють вигідні контракти і цікаві ролі. Горбунов завжди був борцем за справедливість. Зараз Олексій Горбунов знімається у відомому французькому серіалі, гастролює Україною та чекає, поки у нас з'явиться якісне кіно та на широкий загал вийде хороший, добротний гумор. А поки маємо можливість насолоджуватись віртуозною акторською грою та щирими емоціями, які артист дарує зі сцени. Олексій, раді вас бачити у Дніпрі. Давно не були в нас, наскільки я пам'ятаю, слідкую за афішами. Які враження? Заїхали в Дніпро. Що змінилося? Ну, во-первых, шикарна філармонія. Ми перший раз в філармонії виступати будемо сьогодні. Погода плюс 14, ощущение, що ми в Тель-Авіві, тому що там зараз друзі з Тель-Авіва дзвонили. В Тель-Авіві 23, в Одесі 16, в тіні. Ну і в Дніпрі красота, тепло. Встретив Дніпро уютно. Душевно. «Чорна шкатулка». Так. Що в ній? Сейчас начнется спектакль, да, и сложно сказать, что в ней. Это белые стихи, которые написал Людвиг Ашкенази сразу после войны, 41-45 год, где-то, по-моему, в 49 году она была написана, но в Советском Союзе была выпущена в 53 году. Маленькая книжечка, где вот белый стих Людвига Ашкенази, причем это стихи обо всем. Он после войны это писал, поэтому там все это сквозит. Война, дети, любимая, мама, мужчины, есть такая новелла, правда. Короче, обо всем маленькими короткими текстами. И очень хорошие фотографии в этой книжке «Черная шкатулка». Черно-белые фотографии, там и начало книги, что вот встретил я девушку, она держала шкатулку, открыла, а в ней были просто черно-белые фотографии судьбы людей. И дальше идет повествование под музыку. То есть понятно, что мы не всю книгу взяли, мы взяли выборочно, потому что спектакль идет час, час десять, в зависимости от публики, от того, какой зал, как пауза, как атмосфера. Вот. Короче говоря, это очень маленькие тексты, сопряжены, естественно, с музыкой, музыканты на сцене, и давно хотелось, чтобы живым звуком что-то сделать. Вот эти год мы играем «Черную шкатулку», да, и наконец уже... Мы играли, кстати, «Шкатулку» 3 года назад, была премьера в Русском театре в Днепре. В Днепре. Это ровно 3 года назад, даже у меня где-то в Фейсбуке можно найти афишу. Здається, тоді ще були учасники бойових дій у вас на виставі, я пам'ятаю, що ми водили хлопців. Ну, было много людей у нас все время в Днепре, как раз это 15-й год, 16-й, по-моему, да, или 15-й, не помню, 15-й или 16-й. Было, да, очень много людей.
Очень много, да, так что... Перекликается сьогоденням чорна шкатулка? Ну да, но мне сложно это говорить. Это надо, чтобы вы посмотрели и сказали. Я же внутри, как бы, истории. Поэтому, да, ее выбирали специально, потому что она переплетается, как и жизнь. Мы же всегда говорим о любви, всегда говорим о детях. Просто сейчас, когда с нами случилось, да, это горе, когда на наших глазах тоже погибают люди, пропадают люди. Да, мы сами пережили стресс. Мы 5-6 год уже живем в этом ощущении, которое раньше видели только в кино. Вот, поэтому хотелось сделать что-то то, что будет всем понятно. А он писал, еще раз говорю, в 49-м году она вышла, да, или 50, ну да, 49-м год. Поэтому, ну, есть это все, все это, мне кажется, в текстах есть и очень, ну, люди очень живо реагируют во всех городах по-разному, и при этом есть юмор какой-то в этих же текстах, но в основном это драматические, конечно, истории рассказаны. Я пытаюсь это делать очень простым человеческим языком. Так проникновение. И дети. Дети. Лицо за лицом они смотрели мне прямо в глаза. То были лица наших братьев, наших товарищей. Лица с широко распахнутыми глазами, как окно, за которым кто-то умер. Лица с морщиной, не желающей смириться. Судьбы в потоке света и тени, черно-белые палаты. Как страшно, сказал я девушке, кричат эти глаза. Как страшно, что их уста молчат. Возьмите их к себе, сказала девушка. Возьмите их к себе, придите домой, растопите печку и разговаривайте с ними по ночам. Только ради Бога, тихо, они не переносят шума. «Я должен перекричать канонаду», — сказал я ей. «На земле все время не стихает стрельба». «Что ж, делайте, как знаете», — сказала девушка. Поднялась и ушла. Сама словно палата вся в черном и белом. Единственная из шкатулки, которая могла уйти и не осталась у меня. Якщо вже заговорили про гумор, десь роки три тому ви давали інтерв'ю Яніні Соколовій і говорили про те, що гумор, який зараз транслюється з телеекранів, да. Да, він... Він став хуже. Зараз став хуже гораздо більше, ніж тоді, коли я їй говорив про це. Тобто... Зараз це дно. Ви що? Какой юмор? Ви багато юмора бачили? Ні, я тут... Ну, от я люблю англійський юмор. Знаєте, коли це буде як у англічан, по мені це юмор. Тарантіно – це юмор, Родрігес – це юмор. Гай Ричи, которая вышла недавно. Вот юмор. Я стремлюсь к этому. Поэтому тоже, да, так что, да, извините. В Украине есть какие-то, не знаю. Он есть в народе, есть в людях, есть в городах, есть. Заедьте в Одессу, вы сразу этот юмор ощутите. Его на сцене нет, в сериалах нет, и вот в этих шоу, которые они делают. Для меня это все немножко ужасно. А такие провокативные запытания. Посмотрите «Следопыт», я для этого и сделал. «Следопыт», и набейте ТикТок. Днепр, молодежь, ТикТок, хэштег «Следопыты», серия 30 секунд. Я придумал формат с товарищем Олимпием Сережей. Вот, мы уже сняли почти 90 серий по 40 секунд. Откройте, посмотрите, видите, молодежь знает. Потом юмор – это «Оптимус Ганг». Вот видите, взрослые вряд ли это знают, а молодежь знает, где я играю директора школы Казимир Казимировича Залупенко. Даже одна фамилия и имя, отчество – это уже смешно. Вот посмотрите, как дети смотрят «Оптимус Ганг» с Казимиром Казимировичем, и посмотрите, сколько количество просмотров. Вот это юмор. Дети знают, в юморе разбираются гораздо больше, чем дяди с телевизора или с шоу-площадок. Вот как раз, какой мовой говорите с детьми? Про что им рассказать? Говорите языком сердца. Честно и от сердца. Тогда все нормально. И в кино так надо, которого никто от сердца говорить не умеет, бо потеряна та школа великих мастеров-учителей Константина Петровича Степанкова, Ступки, Миколая Чука. Это те, кто нас учили. Я не знаю, сейчас кто учит молодежь и чему ее учат. Что на сегодня в кино цикавого для вас? Это не ко мне, пока ничего. Что цикавого? Во Франции «Бюро легенд», 5-й сезон, сейчас пойду на озвучание. Вы слышали что-нибудь об этом сериале? Нет. Ну вот в Украине я тоже не знаю, слышали или нет. А во Франции это самый популярный сериал. «Бюро легенд». Откройте YouTube и посмотрите, в переводе есть уже 4 сезона. Вот сейчас 5-й мы закончили, я иду на озвучание. В Каннах будут представлены пару серий этой картины.
Да, так что благодаря французам я выживаю, честно говоря. И благодаря друзьям, вот сейчас мы Артура в кадр попросим зайти, вот благодаря друзьям, с кем я вырос, мне не помогает Министерство культуры, ни Госкино, никто, и мало того, я не прошу у них помощи. Потому что я участвовать вот в этом не хочу, в дерибане денег, там, каких-то тем. Они же рассказывают что угодно, а что я вам, нового же ничего нет. И нам помогают те, с кем вырос, вот хотя бы в Днепр, да. Артур приехал, мы раз в две недели, вот мы в Днепре. А за Оскино или с министерством говорить, это на год они будут там рассказывать. Ну, короче, я не хочу даже этим быть. А тут меня встречает, например, Артур, понимаете? Раз, я говорю, а откуда ж такая майка, брат? Да. А у него, видите, грудь спил. Ну, покажи, пусть на кадр хоть увидите. Год мечтал сделать майки. Тут организовал за две недели приезд в черной шкатулке с друзьями. И еще майки, говорит, сделал вам майки, мы прям обалдели. Вот Днепр, вот это. И люди, вот наша страна вот такая вот. Вот и юмор в этом есть, и душевность есть. Все просто, все как у людей. Честным надо быть с детьми, откровенным и слушать детей и жизнь. Юмора гораздо больше в жизни и в людях. Мы сегодня пока ехали на заправках, столько смешных, прикольных было, знаешь, историй. Так что вот, спасибо Артуру. Я надеюсь, что в следующий раз мы хотим и Высоцкого привести, у нас камерный концерт. И Травань у нас украиномовная, полностью программа, причем о любви. Тут редкий случай, когда мы брутальные, жесткие мужчины поем о любви. Вот я хотела запытаться. Понимаете? Мы с виду такие суровые, а так мы тоже переживаем, сердце болит. И хотим кино хорошего, чтобы кино было настоящее, чтобы все-таки его посмотрело больше людей. Например, «Дикое поле», мне так обидно, что его почти никто не видел. Почти не было проката. Как это? Почему это так? Я не знаю, это не ко мне вопрос. Я 40 лет снимаюсь в кино, но я не понимаю, что происходит здесь в кино. Не понимаю. Честно. Потом вы меня много видите в кино? Ну насправді вот дуже мало. Посмотрите, сколько я снялся за 6 лет. Ну, правило бою – це крайнє те, що я бачила. «Дикое поле». Ну, а еще хороший фильм всем зрителям рекомендую. «Буковель» назывался, пока мы его снимали. Другой, 4 серии мелодрама о любви, тоже редкий случай. Продали на канал «Домашний». Значит, теперь канал «Домашний» смотрит. Мы смотрим только в Ютубе. Ну, вот так мы свое кино продаем, пиарим. Что я могу сделать? Я же не влияю на это. Я артист. Мое дело – микрофон, гитара, стойка и кусок сердца отдать зрителю. Все, как меня учили великие советские актеры, которые работали на Довженко. До речи. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод. Но каждой весной так и тянет меня в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город, у Черного моря. Кліп, наприклад, «Антитіла», там, де ви жодного слова не говорите, ну, він претендує одинак. Так, він якраз одинак, претендує на те, щоб стати якимось повним метром. Ну, ні, так є серіал «Одинак», так і називається. Ну, це серіал, так. Да. Я думала, що, ну, можливо... Ні, так, продюсером, режисером, пожалуйста, для мене больна тема, я не хочу на цю тему взагалі піднімати. Да. Я 6 років страдаю від цього, кричу, где кіно. Власть помінялася, а кіна нет. Ну, що робити? Ну, власть своє кіно займає. Ну, я не знаю, за кіно хтось відповідає, за культуру. Почему Артур? Це має бути, не знаю, там, хто-нибудь із мера міста сказати, ребята, от, деньги, здесь концерт, тут концерт, здесь спектакль. Вон, напротив, український театр, що нам там не сыграть, например, тут же на следующий день что-нибудь. Ну, то есть, мне кажется, надо быстрее все делать и больше о людях думать, тогда и всем комфортнее становится. И лучше так. Про російське кіно будемо говорити, як ви? Ну що, я смотрю просто російське кіно, зараз серіали такі знімають. Вони відкрили платформи в інтернеті. Посмотрите «Шторм», посмотрите «Епідемію» і посмотрите «Жуки». Максу Лагашкіну привіт. І дуже круто знімають серіали, так круто останніх пару років, що це все. Ну, вони вже там туди підвигаються на такий рівень високий. Я тільки радуюсь, коли молодий режисер, сценарій сумасшедший. Научились люди, у них производство працює, конкуренція є.
Український глядач програє від того, що не дивиться зараз російські серіали в кінотеатрах, фільми в кінотеатрах. Зараз спрашують, мої діти все смотрять, вони всі ядні мої діти, все покоління це смотрять. Netflix, російські нові фільми, українські, якщо є якісь, вони копають короткометражки, знаходять дуже круті українські, яких-то неізвісних режисерів. Тобто все одно відбувається щось, в інтернеті багато, люди самі знімають, от в цьому вся прелість. Скажіть що-то на камеру, Артур, що я скажіть, Артур, чому ви запросили Олексія? Чому дніпровський глядач хоче Олексія і ви запросили? Чи це була ваша ініціатива? Може, з Дніпра, тому знає, що глядач хоче. Взагалі з Одеси. Сорі. Да. Одесі мамі привіт. Да, привіт мамі. Олексій і папі, да. Олексій – це просто трушний актер, як зараз модне слово. Тобто це настоящий... Специалист, которых мало, и хотелось бы знакомить публику. Вот мы сегодня собрали почти 700 человек. Вот и будут и киборги, и герои АТО, и вертолетчики. То есть хотелось бы... Врачи будут Мечникова. Врачи Мечникова. Из Мечникова, да. Там... Вы не были сегодня в Мечке? Еще да, когда мы же приехали, куда? Да. Мы сюда же вон переодел рубашку и нас... Только здоровье, да. Да, поэтому... Хотя мы планували. З Подерев'янським щось складається з його творчістю і у вас? Може, ви якось просто співзвучні, мені здається? У мене сповно роботи, яку ми хочемо зробити. Лесіка я мечтаю, дійдуть руки, може бути. Ну, він зараз сам багато і сам читає добре. Лесіка ж, крім нього, його трудно робити. Бо Лесік автор, і то, як він читає, це смішніше ніхто не зробить. Я так вважаю. Ну, насправді. Так що. І так, щоб вас вже не затримувати, про Ліну Костенко. Я знаю, що вам моя подобається. Моя любима поетеса Ліна Костенко. Ліна Васильівна, дай Бог здоров'я, дай Бог сил, тому що от справжня Україна – це Ліна Васильівна Костенко. І якби на те моя воля, написала б я крізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Ліна Костенко. Всім добра, натхнення і кохання всім. Дякую вам.